Доброе время суток, уважаемые моделисты! Позвольте вам представить сборно-масштабную модель фирмы «Звезда», советский истребитель МиГ-21 модификации ПФМ в 72-м масштабе. Это перевыпуск модели 2006 года. Давайте посмотрим, что находится внутри, здесь, в данной коробке. Итак, данная сборная модель перед вашими глазами. Это перевыпуск модели 2006 года. МиГ-21 модификация ПФМ, советский истребитель, сверхзвуковой, фронтовой, истребитель третьего поколения. Разработанный в середине 1950-х годов. Первый МиГ с треугольным крылом, 72-й масштаб. Артикул модели 7202. Давайте посмотрим, что находится внутри. Абсолютно маленькое количество деталей, всего 93 в наборе. Длина собранной модели будет составлять 19,6 см. В наборе всего два литника. Первый из них крыло, половина фюзеляжа. И литник номер два. И, в принципе, все. Есть кое-какое вооружение. МиГ-21 самый распространенный сверхзвуковой самолет в истории и самый массовый истребитель третьего поколения. Серийное производство именно данной модификации велось на Горьковском авиазаводе с 1964 по 1965 года. Подставка имеется. Декаль, литник с фонарем. Как вы понимаете, даны варианты под СССР и под Вьетнам. И инструкция черно-белая с описанием прототипа. Вот такая тоже старая инструкция, там такая вот видно, что сделано, создавалось давно. Два варианта, как я уже сказал, не написаны, что, какие, ну, СССР, Вьетнам, понятно. И по краскам, даны под краску фирмы «Звезда» и «Томе». В принципе, тут рассказывать больше нечего, перевыпуск, есть перевыпуск. Повторю, что артикул модели 7202, фирма «Звезда», советский истребитель МиГ-21 модификации ПФМ. Приобрести данную модель вы можете сейчас на нашем сайте i-modelist.ru. Я вам говорю спасибо за внимание, спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, если вам не жалко. Увидимся, услышимся. Пока-пока.